22 июня, 14 год, 15:53 по Киеву. Я поздравляю всех, которые пришел в этот день, помнить этот тяжелый день, и в то же время начало разгрома фашизма. Да здравствует разгром фашизма! Да здравствует советская власть! А теперь, дорогие товарищи, посмотрим. Вчера были мы на заседании суда. И вот эти люди, я понимаю, они пришли, эти судьи, их вызвали и сказали, не примите запрет, но вас пенсион под сады ставим, а им кормить детей надо. Эти те, которые, так сказать, простите, сегодня как воры, возложили цветы на стороне, не скрыли. Если вы с народом, идите сюда, идите к людям, говорите, убеждайте их. Не хотите убеждать, надевайте каски, господин Лешко, сохранив Турчанинов или кто там, Зарёва и вместе с ними. И идите туда, воевать, а не посылать куда-то, и не гавкать, как собаки. Вот что самое страшное, дорогие мои. Миллионы идут на войну, миллионы. Какие там террористы, всего 6% жителей Луганской и Донецкой области сказали, что они против этой хунты. Они хотят федерализации, как и мы хотим, хотя бы в экономической сфере. Мы хотим, чтобы все собрания, которые были и будут, были прозрачными. Они сгонялись в бюджетники, как сказали бюджетники на встрече Кельминга. Порошенко, и все кричали, наконец-то, Следующее, дорогие товарищи, мы хотим говорить на русском языке. Порошенко, Турчина, Ясенюк. Мы родились здесь. Мы осваивали, наши предки осваивали эту территорию, и тем более Новороссия там никогда не была украинского государства. Даже во время Петлюры они не претендовали на это, а сейчас претендуют. Еще интересно, ведь вы знаете, что одно высказание Меркель было такое, мы не прокормим 45 миллионов на Украине. Надо лучше было их 20-25. Вот идет война, кого убивают, работоспособных людей, отцов, будущих митинг, я так понимаю, посвящен сразу якобы и началу Второй, Господи, Великой Отечественной войны. И судя по российским флагам и в поддержку ЛНР, ДНР, России, не знаю. Это имперский, по-моему, флаг. Не помню, каждый раз забываю уточнить. Который сделан за эти ходы. Миллионы идут на войну. Они идут миллионы российских хозяйств. И миллионы идут на то, чтобы улучшить наше самостояние. Дорогие товарищи, женщины здесь говорили, правильно говорили. Если женщины пойдут стеной, то если будет женщина бежать, мужчина, наверное, будет не только палками драться, не зубами, защищая свою мать, свою жену, бабушку, которая протестует против негодяев, развязавших войну против своего народа. Бомбить города, да если эти слезки там совесть у негодяев. Харьков, 22 июня, 14 год, 16:15 по Киеву, здание обладминистрации. Была сегодня информация в интернете, что в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны планируют пророссийские силы, прокоммунистические силы. Там у нас памятник Шевченко, через пару часов там будет веча Майдана проукраинских сил. Да, так и о чем? То есть совершенно не похоже на то, что милиция готовится к штурму, то есть, как в принципе и было
с большой долей вероятности можно было предположить, информация фейковая. Ну, береженого Бог бережет, милиции предостаточно на площади Свободы. Это митинг как раз тех самых пророссийских. Ну, то есть там явно есть представители пророссийских сил, судя по флагу. А также левая коммунистическая сила. Как ни странно, не увидел я флагов Советского Союза. Есть коммунистическая партия «Борьба». Юго-Восток, новая так. А, вон, наверное, вот это. Да, вон коммунистическая. Не коммунистическая, а флаги Советского Союза. Серп молот. Ну, конечно, митинг по сравнению с предыдущими днями имеется в виду, когда собирались представители тех сил, которые ходят с черно-коричневыми знаменами. Там было вообще по десятку человек, сегодня людей много. А это ЛДПР что ли? Мама дорогая, ЛДПР. Они-то тут еще что делают? Либерально-демократическая партия России в Харькове. Да, то есть людей много, но я так понимаю, это именно люди собрались для того, чтобы отметить годовщину такого значимого события, как начало Великой Отечественной. И под это дело уже остальные приклеились. Пророссийские, антиевропейские, антизападные силы. То есть силы, которые против нынешнего курса. Украинского правительства, Украины. Всей Украины. По крайней мере, я так это понимаю. Ручаться, конечно, не могу. Сумскую перекрыли частично. Конечно, раздули на выходные велосипедистам, отдыхающим. Это не в первый раз демонстрации перекрывают и площади Сумскую, центральную Харьковскую улицу. То есть в этом смысле, конечно, красота. Ладно, будем дожидаться, как будут развиваться события здесь и когда начнется проевропейский митинг Майдан.
Харків, 22 июня, 14 год, 18:26. Харків, 22 июня, 14 год, 18:28 по Києву. Вулиця Сумська. Харків, 22 июня, 14 год. Здравствуйте. Да?